Партнер рубрики «Правила денег» – компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день! Ехать отдыхать в Крым или Абхазию сейчас выгоднее с крупными туроператорами. Представители турфирм рассказали «Коммерсанту», что им приходится давать существенные скидки из-за снижения спроса. Стоимость недельной поездки в Крым с учетом перелета, размещения и питания сейчас начинается от 6 тысяч рублей на человека. Эту ситуацию спровоцировали сами участники отрасли. В Российском союзе туриндустрии поясняют, что желающих поработать там, где традиционно 70% приходилось на самостоятельный туризм, оказалось слишком много, и вот результат. Считается, что начать продавать туры внутри страны туроператоров заставило резкое падение продаж на выездных направлениях. В первом квартале 2015 года оно достигало 40-50%. И теперь не только в Крыму, но и в Абхазии отдохнуть можно дешево. К примеру, тур от Библиоглобуса на 5-7 дней обойдется в 10 тысяч рублей. Туры в Крым на неделю в начале июня можно купить за 10-15 тысяч. Еще в апреле ситуация с ценами была другой. Представители пермских турфирм признавались, что пермяки, планировавшие поехать в Крым, отказывались от своих планов в пользу Турции и других стран, которые вдруг оказались значительно дешевле, чем отдых на российском полуострове. Но экономика – упрямая вещь. Это были «Правила денег».